Так, всем привет, мы продолжаем проходить Battlefield 1. Точнее, даже заканчиваем его проходить, потому что уже конец последней миссии, последней истории. Осталось разбомбить поезд, уничтожитель. В прошлый раз я не успел этого сделать, сейчас надо сделать это, но надо еще посмотреть, как это сделать, потому что все не так просто было. Что, естественно, обычное оружие его не возьмет. Есть, блин, есть такие пушки, конечно, но стоит. Но стоит стрельнуть. Нет, нет, выходи, выходи из нее. Как из нее выйти, блин? Меня тут же уничтожают. Как из нее выйти? Надо что-то задерживать, наверное, какую-то кнопку. Я нажал все кнопки и не смог вылезти из этой пушки. Надо, наверное, задержать какую-то. Задержать квадратик, наверное. Потому что меня тут же уничтожают. Наверное. Тот способ. Это неправильный способ. Надо уходить, надо уходить. Тут есть какие-то метки. А, вот это все. Еще есть пушки. По-моему, эта пушка была сломана. Нет? Может, здесь ракетницы какие-то? Нет? Что это такое? Это обычная. Не, ну нафиг. Обычное ружье. Правильно ли я метод использую? Ну, типа, так очень медленно все делается. Стоп, а тут никого нет. Тут ложь. Чё мне с этой ложью? Был бы пулемет, блин, такой, которым можно было бы сносить это самолеты. Что тут жесть, самолеты, блин. И пока я докручу. Где он? Вон он где. Пошел в другую сторону. Ха. Это активное? Ой-ой-ой.
страшно, страшно. Как это? Как мне понять, когда он стреляет? Чувак потерял интерес к войне такой. Стоит тупо. Это все заново получается. Как бы не знаю, может быть я неправильную тактику выбрал. То есть, может быть надо как-то по-другому действовать. Это был этот. Блин, опасно. Там был солдат, которого надо было бы пристрелить, на самом деле, хороший. Ребят, вы прикрываете хоть. Что, одна должна герой стоит? Ну это жесть просто. Взрывы. Ну то есть, блин, я не понимаю, по какой логике они падают. Они падают туда, откуда я стрельну? Или в принципе рандомно?
Просто тут можно отъехать, просто будет, когда да, останется один выстрел, и можно будет все равно отъехать. Нет, вставай за... Её уничтожили. Блин. Вот дерьмо. Пушку уничтожили. Придётся использовать другие. Тянется. Да. Подряд две. Разрушения, конечно, крутые, Battlefield всегда были. Frostbite или что это? До сих пор Frostbite, я думаю. Frostbite Touch. Ну, он обновленный. Это просто руины. Чувак, этот чувак все еще стоит здесь. Ну, война неинтересна. Нельзя стоять, иначе просто не делать.
Может, ты умрешь, даже если не будешь стоять. Не факт. Ребят, еще чуть-чуть, отвлеките его, пару выстрелов, дайте сделать. Все будет норм. Блин. Не, его еще рухнул прям с самолета. Все? Vengeance can be a sweet or bitter brew. How did you find it, Zara? And you're right, we do need to think bigger, act bigger. Maybe even the Suez Canal. Tell me. What do you know about battleships? К концу Первой мировой османы были изгнаны из Аравии. Британская и Французская империи не сдержали слова и не помогли арабам завоевать независимость. Лоуренс остается неоднозначной фигурой. Война за нефть продолжается и по сей день. Приз получен, ничто не предначертано. Собственно, это была последняя глава кампании. В общем-то, все пройдено. Пройдена военная история. Последняя. И даже титров нет. Как так? О, а, вот. Открылось. Помните о нас. Нечто. Сообщение от команды Battlefield 1. Посвящается тем, кто служил. Собственно, это, наверное, за место титров как раз-таки. One day, all this will be over.
The war to end all wars will be won. By one side or the other. The guns will rust. Grass will grow. And there'll be nothing left of any of this. The land will heal itself. As everything does in the end. We'll be long gone by then. But maybe not forgotten. History only remembers one in a thousand of us. Then the future will be filled with stories of who we were and what we did. How we lived, how we fought, and how we died. When this is all over and the war is won, they will remember us. But until that day comes, we will stand. We will look death in the eye. And we will fight. Получена Великая война. Вот, собственно, и титры. Я, кстати, подумал о том, что сейчас, как я вот бегал, стрелял из пушек, там была лошадь, а, наверное, многие, возможно, по-другому проходили. Возможно, люди брали лошадь и, ну, типа, сближались там с поездом, кидали гранаты, возможно. То есть курсировали на лошади вблизи поезда и закидывали всякими там минами, гранатами. Вот. Возможно, такой еще был способ пройти эту миссию. Ну, я что-то подумал, стреляете с пушек, и буду стрелять, и все. Так прошлось. Сближаться с этим стреляющим во все стороны, блин, поездом, плюс там еще пехота дофига, как-то опасно. Вот. В общем, Battlefield 1 пройден. Что сказать? С технической точки зрения игра очень классная, как по мне, очень реалистично сделана вся, ну, стрельба, вот это вот, звуки, это на танках очень прикольно, вот, не знаю, ощущение тяжести этого танка, ощущение того, что он тяжелый такой, месит все это под собой, классно передано, на мой взгляд. И при стрельбе тоже вот ощущение стрельбы такого оружия. Не знаю, как-то вес оружия ощущается за счет звуков, не знаю, за счет механики. В этом классно сделано, как мне кажется. В плане сюжета. Были интересные там 5 глав, ну точнее 5 историй. Есть интересные истории, а есть и не очень. Вот первая история про танкиста интересная. Как ты веришь в их команду там. Переживаешь за то, что с ними станет. Вторая тоже неплохая про летчика. Третья вот вообще какая-то короткая, вообще ни о чем, как по мне. Из геймплейной точки зрения она неинтересна, потому что там одну миссию ходишь как джаггернаут, просто бессмертный, всех рубишь. Во второй миссии уже не бессмертный, но... Не знаю, как-то не очень интересно играется. Просто такой типичный, типа, дойди до точки, убей всех. Четвертая глава более-менее интересная за австралийца.
сам персонаж более-менее харизматичный, поэтому интересные было за него играть. И пушка у него была классная. Вот. Ну и тоже там миссия такая нетипичная, там типа пройдите там вторая или третья глава этой истории. Типа там надо не обязательно кого-то убивать, надо пройти до точки, типа, чтобы донести, передать донесение. Такой элемент стелса и как-то по-другому заставляет взглянуть. Ну, то есть не обязательно прорываться там и расстреливать всех. Просто заставляет поискать новые пути, проходы, да и все. Пятая миссия, пятая история достаточно... Она почти вся вот... Почти вся стелсовая. Кроме вот последней части, последней главы. И... Ну... Как сказать? С одной стороны это интересно, с другой... Battlefield не то чтобы заточен под стелс. Но мне понравилось в последней главе, как надо было уничтожить три джипа, и как бы, если уничтожать их по одному, то, блин, по-любому спалят, и начнется месиво. А если уничтожать... То есть, лучше всего сделать, как я сделал, это вот подход из Metal Gear, закинуть динамит... Что за песня? Закинуть динамит на все три джипа, а потом уже взорвать одновременно. Все такие, вау, что произошло? Ну, по-своему, интересная история тоже, да. Вот третья история, в общем, не к месту вообще. Очень короткая и не особо понятна. Наверное, история сделана для того, чтобы можно было тупо помеситься. Sort of gave me a tin hat, and they gave me a gun, and they sent me away to the war. And the band played Waltzing Matilda as we sailed away from the quay. And amidst all the tears and the shouts and the cheers, we sailed off for Gallipoli. How well I remember that terrible day when the blood stained the sand and the water. В общем, вот так вот. Игра очень... Игра качественная. Игра не шедевр, потому что, ну... Не знаю, как сказать. Наверное, для шедевра нужна более такая цельная и цепляющая история. Но игра абсолютно качественная и стоящая того, чтобы ее пройти за счет качественной проработки... Ну, механика классических шутерных и разнообразие геймплея в том плане, что есть танки, есть самолеты. То есть геймплей на плане игра абсолютно качественная, но ей не дает стать шедевром то, что это не какая-то большая интересная история, цельная. В плане сюжета. And we buried ours, and the Turks buried theirs, and it started all over again. Now those who were living did their best to survive. Но своего времени она стоит. Всего я потратил, наверное, часов 9, по-моему. 9 часов на прохождение это. And for 7 long weeks I kept myself alive. All the corpses around me piled higher.
самое то, чтобы поместиться, смотреть на взрывы. Взрывы офигительные просто, вот взрывы офигенные. Разрушения крутые. And saw what it had done. Christ, I wished I was dead. С технической точки зрения, в общем, вообще нареканий нет. And no more I'll go on. Sing вот так вот. Matilda. Ждем окончания титров. So like green bushes so far and near. For the hang ten. Some pegs, a man needs two legs. No more waltzing, Matilda, for me. So they collected the cripples, the wounded and maimed, and they shipped us back home to Australia. The legless, the armless, the blind and insane, those proud wounded heroes of Sofla. And as our ship pulled into circular quay, I looked at the place where me legs used to be. And thank Christ, there was nobody waiting for me to grieve and to mourn and to pity. And the band played waltzing Matilda as they carried us down the gangway, but nobody cheered, they just stood and stared, and they turned their faces away. And now every April I sit on my porch and I watch the parade pass before me. I see my own comrades, how proudly they march, reliving the dreams of past glory. I see the old men all twisted and torn. Наверное, Twitch выключит звук здесь. И все, что я говорил, будет бессмысленно. Ничего не сохранится. Точно. And I ask myself the same question. And the band plays waltzing Matilda. And the old man still answer the call, but year after year their numbers get fewer. Someday no one will march there at all. Waltzing Matilda, waltzing Matilda, go a waltzing Matilda.
Как-то странно, не дошли прям вот до конца. Не уплыли так, чтобы черный экран остался. Открыта новая модификация. Расчиститель траншей. Собственно, все на этом. Кажется, я прошел все. Хотя странно, как-то титры обрубились. Дошли только до нижнего края и на этом выключились. Обычно они уплывают до конца, и на этом, на черном экране все выключается, а не так, что только появились последние строчки и все вырубилось. Я ничего не жал. Собственно, все, на этом все. Спасибо всем, кто смотрел, кто посмотрит. И смотрите мой канал. Другие прохождения других игр. Их множество.